Итак, снова нахожусь на поле, где я провожу эксперимент. Поле это небольшое, 7 гектаров. Здесь я сеял с нормой высева 90 кг на гектар. Сорт местной селекции Челяба 75, яровая пшеница. На данный момент большая часть растений достигла полной спелости фазы. Ну, отдельные экземпляры есть вот такие вот, которые в фазу еще восковой спелости, даже молочно-восковой. Поэтому пока уборку мы остановили, края обкосили, пробные обкосы сделали. Вот. В целом, я посчитал, где-то примерно должно, ну, края, когда обкашивали, где-то на уровне 20 сантиметров с гектара, что для нашего региона и для конкретно для данного года, можно сказать, очень достойный результат. Ну, с виду даже никто не скажет, что здесь низкая норма высева. Стеблестой довольно-таки хороший. Ну, для нашего региона это хороший стеблестой. Также многие боятся, что низкая норма вызовет сильное зарастание сорняками. Но, как видите, такового нет. Одна гербицидная обработка. И все. Вот даже здесь могу показать междурядье. Вот здесь подгончик стоит. Они идеально чистые. То есть за счет кущения пшеница как бы сама себе отрегулировала густоту и тем самым затенила сорняки, не давая им места, чтобы расти. Вот в целом экспериментом доволен. Этот год был крайне засушливый, и именно такая норма высева, низкая, даже скажу, до наших мест, это сверхнизкая. Именно данная норма высева показывает отличные результаты. На других полях, где норма высева выше, урожайность ниже. Хотя визуально, конечно, стеблестой там гораздо гуще, но по факту там больше выросло сорняков.